На конкурс «Дети читают стихи» башкирцева Александра, 12 лет, город Первоуральск. Стихи собственного сочинения. Всем ветеранам. Про вас, ветераны, мы не забыли. Свободу страны вы нам подарили. Проклятый фашизм укротить вы смогли. И память о вас мы всю жизнь берегли. Столетия летят, вас уж нету давно. Но помним о подвигах мы все равно. Мы поколениями не забудем, как вы спасли нашу родину-мать. Как мы кричали, давайте добудем ту самую ярость и за родину будем стоять. Стреляли прямо вам в спины, пытали, били и жгли. Решили фашисты скупые людей себе подчинить. Но вам, непокорным дедам, перечить они не смогли. Решили фашисты-гады, что могут нас запугать. У вас был четкий выбор – подчиниться или прогнать. Подчиниться не согласились, решили жизнь свою нам отдать. Про это мы не забыли, мы будем вам помогать.